Это проект «Смотри, Хабаровск», в студии Дмитрий Павленко. Сегодня 29 июля, Международный день тигра. С одной стороны, это радостный повод поговорить о дикой кошке, повод для гордости за то, что именно на территории нашего Хабаровского края живет такой уникальный зверь. Но вместе с тем, это и повод обратить внимание на те проблемы, которые угрожают сохранности амурского тигра. Золотодобытчики разрабатывают месторождение в одном из крупнейших ареалов обитания амурских тигров рядом с поселком Дурмин. Как это может повлиять на краснокнижное животное, обсудим сегодня с директором Дурминского охотничьего хозяйства Александром Баталовым. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, новость действительно этого лета. Много кто обсуждает, обсуждается в том числе на федеральном уровне, я имею в виду вот эту золотодобычу в Дурмине. В чем проблема? В чем там проблема? Да, есть золотодобытчики, мы выпускали сюжет, сейчас взрывных работ нет, но если они начнутся, то кошка придется уйти. Там самая большая группировка, 15 особей, если не ошибаюсь, придется им куда-то переместиться. Ну так, ну и ладно, нет? Ну здесь надо как-то эту проблему немножко по-другому поставить. Значит, то, что тигры живут в Хабаровском крае, это действительно так, и мне хотелось бы сразу поздравить всех хабаровчан с этим знаменательным праздником, который удивительно зародился в Азии, а празднуется на всех континентах. Вот мне звонят и с Австралии, и на американском. Американцы это празднуют, этот праздник. Так? Европа. Удивительно. Казалось бы... Ну, а кто это... звонит? Откуда? Ну, то есть, это у меня очень много друзей. Работники зоопарков, где есть эти особи. Туристы, которые приезжают к нам. Приезжали. Ну, друзей довольно много. В 16 году они еще, вот эти вот наши туристические агентства, которые занимаются показом интересных зверей, редких зверей, включили меня в свой список героев мира природы. Да, это международное, российское? Да, международное, да. Ага. И вот тех людей, которые охраняют редких зверей долгое время. Ну, поэтому, конечно, это многие знают, и звонят, и поздравляют, и спрашивают, как идут дела, какие проблемы, чем помочь. Ну, это так, другая сторона вопроса. Про туризм мы еще попозже поговорим. Я хотел бы все-таки сказать хабаровчанам и поздравить, что действительно праздник наш, хабаровский, приморский, потому что в других местах тигры в стране нашей, и не только в стране, но и в мире, их больше нет нашего амурского подвида. Поэтому это действительно наш праздник. И великое дело, что мы сохранили до настоящих дней вот этого уникального, редкого, красивого, могущественного, как угодно его можно характеризовать, зверя, который украшает наши амуро-уссурийские леса. Поэтому поздравляю и желаю, чтобы этот зверь жил вместе с нами еще долгие годы и радовал нас. Но понятно, что тигр живет по своим правилам, по своим законам. Леса, которые он населяет, они находятся совсем близко даже от нашего города. В Большехицирском заповеднике сейчас вновь появились тигры, и периодически там они живут, постоянно то уходят. Ну, одним словом, это совсем рядом. Ну, а если немножко подальше, вот, скажем, 100 километров юго-восточнее, то как раз мы попадем в бассейн реки Дурмин. И там еще река Абор. И все они вместе сливаясь, выходит сюда, к нам, на Князе Волконское. В Ситу. В Ситу. И в итоге поступает в Петропавловское озеро. Это действительно наша самая такая близкая и самая чистая река. Конечно, когда речь зашла о возможной золотодобыче в верховьях реки Дурмин, конечно, мы все это были как-то немножко озадачены. Хотя, в принципе, я об этом давно уже знал, что оно должно когда-то начаться. Это. Когда вы об этом узнали? Ну, это узнал я там уже 25 лет и 27 уже. И, в принципе, вот за эти 27 лет уже раза 4-5 даже были там геологи и пытались, искали дополнительно. А месторождение как таковое, оно найдено еще в прошлом веке. Где-то в 30-х, 40-х годах, тогда только первые были признаки. Ну а потом постоянно, еще при советской власти, там очень плотно работали, судя по следам, на горах, везде, это советские геологи. А они работали как следует, там были поселки, это было очень серьезно. Дурмин изначально это... Дурмин это поселок, который образовался, скорее всего, для лесозаготовок. В этом же районе еще... Вообще удивительное место это Дурмин.
Казалось бы, ну вот оно рядом, но в него столько природа вложила. Вот уникальные кедровые леса там были. Там парковый лес стоял, колонны стояли кедров. И там в свое время в Оборе, Дурмине, там еще Кузнечиха вырубили около 7 миллионов кубов леса. Туда проходили железнодорожные ветки. То есть это была активная работа по заготовке леса. Это вот лес, да? Потом там, значит, были и сейчас до сего времени очень много краснокнижных видов животных и растений. То есть это не только тигр? Не только тигр, там довольно много, их можно перечислять, нам и программы может не хватить, если кратко характеризовать каждое. Затем там золото, ну это же тоже, вот все природные богатства, да, или и все в одном месте сложил. Поэтому вот, а Дурмин в переводе с удыгейского, это называется так, место старых пожарищ. Я еще думал, ну как так, тайга-то не горела, в 76-м году ведь страшные были пожары вокруг, а она уцелела. Почему? Потому что там влаги много, это обыкновенные хвойно-широколиственные леса. Но пожары были на горах в период осенних гроз, вот там они кусочками выгорали. И удыгейцы назвали это, говорят, место старых пожарищ. Вот это Дурмин. Так, смотрите, вот Дурмин, хорошо, богатый природно полностью, и все там природные ископаемые в том числе. При этом тигр, и вот сейчас вот этот вот конфликт появился, добывать золото, либо сохранять тигра. Вот, да. Да, при этом золоторазведка, я так понимаю, геологическая разведка показала, что там около 8, всего 9 тонн золота. Я говорю всего, потому что в Нанайском где-то районе есть месторождение на 300 тонн. Вопрос, его много разрабатывают себя, или нет. То есть, почему взялись за вот это? И... Ну, оно, прежде всего, это близко. То есть, материальные затраты на его использование, они это совсем другие. Это доступность совсем, это рядом с городом. Да? Казалось, вот она лежит на поверхности, тем же способом дойди и добудь. Но обстановка-то какова по нынешним годам? То есть, мы уже долгое время находимся, вот 27 лет, да? И мы долгое время занимались благоустройством этих угодий. Я в свое время был директором охотничьего нашего дальневосточного отделения в НИОС, не охотничье хозяйство, звероводство. Работал замдиректора по науке в заповеднике больших церквям. Был главным специалистом учебного центра, там же под Урмином мы готовили будущих инженеров лесного хозяйства. То есть я эти все школы прошел, и мне захотелось вот создать там хозяйство. Не просто говорить, что вот то-то надо сделать, чтобы рационально использовать ресурсы уссурийской тайги. Думал, надо просто создать такое хозяйство и показать, что это возможно, тем более в наших уникальных лесах. И мы его создали. Сколько времени на это ушло? Ну, потому что, ну, 27 лет мы плотно работали. Что было 27 лет назад, что произошло сейчас? Ну, вот я говорил, когда были вот эти пути железнодорожные, вот представьте, были поселки. Это же, ну, место было довольно использовано. Она даже не входила в зону промысловой охоты, любительская была. И леса-то в основном были вырублены. Тут уже пошла вторая волна выруба. Но мы еще с покойным уже Анатолием Францевичем Гробовским, это генеральный директор Даллеспром, как-то собравшись, решили сделать хозяйство вместе. Он пошел мне навстречу, и мы его создали. Конечно, я бы не смог бы его, когда мы вместе объединили технические возможности Даллеспрома, и, скажем так, это знание и способ, как это все привести института, заповедника, и мы создали такое хозяйство. Конечно, в нем увеличилась численность копытных животных. Уже через 10 лет его было не узнать. Мы увеличили численность соболя в десятки раз. Там 5 ловили, а мы уже час. И, конечно, когда этот природный комплекс стал полноценным, там появились и тигры. А когда тигры уже появились и почувствовали они свободу на этой территории, контроль особый, а мы контролируем большую территорию фотоловушками, то есть она действительно происходит, это не ежесуточная, то есть мы знаем, что происходит на этой большой территории. И многие лихие люди старались этот угол обходить стороной. Ну, браконьерства как такового там не было такого систематического. И в этом спокойном довольно месте, маловырубленном, ну, условно маловырубленным, образовался такой очаг этих тигров. Очаг в чем он заключается? В нем образуются семейные группировки. То есть, а когда они образуются, они начинают плодоносить. А раз плодоносят, значит, есть будущее. Это, вот там как раз в этом месте и образовались. И вот то, что мы снимаем, и то, что это уже экспонируется по всей нашей стране и за рубежом, и вот сейчас утром тоже, это все тигры с тигрятами.
вот в таком хорошем качестве, они сняты на Дурмине. И там удивительно, но три самки, даже ну, четвертый чуть подальше, вот за эти годы, за последние 10 лет, принесли по 4 тигренка. Это вообще редчайший случай. Но это все произошло. Понятно, что это там не только от нашего, но это комплексное воздействие на природу. И, конечно, сейчас те тигры, которые там ходят, мы с вами разговариваем, но они находятся под наблюдением. Многих у них там клички, но что делать, иначе их не различишь. Хотя у них есть отличительные способности. И вот 12 тигров, которые мы, в принципе, знаем на этой территории, они часть ушли уже в другую жизнь, нет их, перешли, может, на другую территорию, часть погибли, но другие выжили, живут и все равно идут на эту территорию. Почему? Потому что сохранились леса еще с дубом, а дуб, когда плодоносит, привлекает кабанов. Если... А кабан – это основная пища тигра. Смотрите, если сейчас начнется там... Ну, не просто разведка, если начнутся работы. Вот ключевая история – взрывы. От взрывов кошка будет уходить. Ну, понятно. Дело да, но да? Так, ну, будет уходить, так и пусть уходит. Ну, условно, но такого понял, уникального места просто нет или что? Все. Ну, да. Что у нас творится в Хабаровском крае? Последний учет, который мы провели в 2015 году, фронтальный такой, большой, да, мы в Приморском, в Приморском крае там отдельные группы работали, мы в Хабаровском. В Хабаровском крае мы учили около 100 тигров. Плюс 10-15, которые заходят, уходят. То есть вот по границе с Приморским краем. Довольно внушительная сумма. Это 100 тигров. Это когда вот эта переписка была у вас? Это вот в 2015 году. В 2015 году. А до этого последняя была? Просто хочется темп прироста ну, понять. Там это еще 10 лет назад их было, скажем так, около 70. А еще там были 50. И в итоге туда еще к 70-м годам 20 всего. То есть численность, она возросла, конечно, безусловно возросла. Но здесь еще факторы. Мы все время говорим, вот он, откуда он взялся, вот такое количество тигров. А взялось еще с той жизни. Я все время говорю, даже при коммунистах, когда все-таки проводились такие лесозаготовительные работы, они уделяли внимание охране природы. Она все-таки велась методически под контролем. И вот это вот заготовки леса и так далее, тому подобное. И в 47-м закрылась охота, это потом в Красную книгу вошел, да, ведь в Красную книгу вошел. Конечно, все это повлияло на рост численности тигров. И в настоящее время вот нам передали наши отцы и деды вот эту вот группировку тигров. Причем эту группировку тигров передали такую, которая уже не интересуется людьми. Среди них, конечно, были людоеды, это опасные хищники, но они был жесткий отбор, они их отбирали, причем решительно убирали. И поэтому вот в результате жесткого отбора образовалась группировка тигров, которая равнодушная по отношению к нам, к людям. И с ней можно жить, ее можно охранять. Если те, которые нарождаются, там бандиты такие, да, вот которые как среди людей могут, их надо вовремя убирать так же, как отцы и деды. Но об этом даже и не хочет никто и думать, и говорить, как же так, это краснокнижный и так далее. Надо его поймать, реабилитировать, но это уже другая сторона вопроса. Самое главное то, что тигры там есть, и группировки хорошие, и то, что туда планируют зайти, и они уже зашли, они 18 мая зашли, причем так неожиданно. Они проломили все наши дороги, мосты, и мы сейчас туда не можем добраться. Мы вынуждены идти пешком на свою базу, которая привлекала туристов со всего мира. Да, смотрите, в феврале, если не ошибаюсь, правительство региона краевое, да, наше, дало разрешение, в мае начались уже работы. Александр Сергеевич, подскажите, вот вы 27 лет этим занимаетесь, восстанавливали, потом случилась вот эта разведка, компания Pacific Mining, да, вот она зашла, вот в феврале правительство разрешило им там работать, в мае они зашли, вот уже тропы начали, да, какие-то пропадать, то есть техника прошла. Как вообще кошка поменяла поведение свое? И действительно, вот что произойдет, если коротко, если там начнутся взрывы? Вот сейчас, когда работают наши фотоловушки, идет техника, удивительно, а через сутки по этим же дорогам идут тигры. Вот они... Все равно эту территорию, как таковую, они не бросают. Почему? Потому что она у них уже обустроена, скажем так. Значит, там кругом маркировочные места этих тигров. Да? Они привыкли, в общем-то, к нашему вмешательству. Ведь идут лесовозы, они прекрасно видят и понимают, они приспособились к нам. Но когда начнутся вот тут уже настоящие это работы по золотодобыче, понятно, что вот там будут и взрывы, там будет и техника, там совсем другая будет обстановка. И в этой ситуации, конечно, они
вынуждены отойти. Куда они уйдут? Ну, скажем, на соседние угодья. А их хороших-то уже и нет в Хабаровском крае. То есть придется очень далеко уходить. Казалось бы, Дикинский район, Вяземский район, они уже до такой степени вырублены и проложены дороги, что там тигры уже не могут жить в семейных группировках. Вот сколько стоит фотоловушек, и моих друзей, они говорят, мы не видим тигрят. То есть остался последний район, район имени Лозо, и тот только вот кусочки. Помотаю туда ближе к Приморскому краю. И у нас вот этот угол, скажем так, северо-восточный район имени Лозо, то есть Дурмин, вот все в этом сходится. Но я еще раз говорю, конечно, определенная роль и наши усилия произошла, что мы когда это все это работы устраивали. Но это остается, правда, потому что там столько, значит, за 8 лет родилось 19 тигрят. Они все, это не просто разговоры, они все отмечены фотоловушками вот, по дням, часам. Рождение тигрят, я так понимаю, в мире науки, зоологии, это прям праздник, да? Ну, понятно, ну как, это же все-таки, когда за каждого тигра бьются здесь, да, пытаются его спасти, реабилитировать, а тут вот они нарождаются. Понятно, что они не все выживают, это условия-то очень серьезные. Вот у нас тут тигрица Рошель, такая у нее кличка, она потеряла двух тигров, потому что медведь замучил ее бурый. Ну, это хотя бы естественно, то есть это природа, это абсолютно, сами. Абсолютно, да, он ее просто преследовал с целью отобрать поживу. Ну и в итоге где-то и пропали два тигренка. Но пришедший самец, вот этот знаменитый наш очкарик, который, он все-таки, ну, избавил от этой беды. Скорее всего, он его ликвидировал, этого медведя. То есть вот такие взаимоотношения, которые происходят в тайге, они тоже полны такой и трагической этой коллизии, и в то же время веселые, и необыкновенные, и удивительные. Все в тайге есть. Еще немножко про... То есть, в принципе, понятна логика происходящего. Заходят, взрывают, уходят тигры, уходить особо некуда. То есть я так понимаю, что они будут уходить до тех пор, пока не найдут что-то. Они могут уйти в Китай? Потому что там в Китае очень хорошо работают в плане восстановления популяции на севере. Нет, понимаете, в чем дело? Есть такой принцип хоминг, то есть это дом. Дом, который не хочется покидать, потому что он знакомый, он здесь родился, он места это охоты, места это комфортного проживания. Но он будет вынужден уйти, нет? А? Будет вынужден уйти просто. Ну, нет, но если будем выталкивать, там же часть и погибнет, они же будут до последнего ходить по дорогам. А сколько там будет людей ездить разных? То есть, возможно, еще и столкновения конечно, с людьми? Конечно, обыкновенные просто могут быть отстрелы с машины и так далее. Это, где много дорог, там так и происходит. Поэтому понятно, что они приспосабливаются к нам, но не до такой же степени. Причем, когда составлялась программа, она существует в 2010 году, программа сохранения амурского тигра в России. Она утверждена в Министерстве природных ресурсов Москвы, то есть Российской Федерации. Там все формы хозяйственного воздействия на среду обитания перечислены. И все... Написано так, тигр может приспособиться ко всем, за исключением районов вот, добычи полезных ископаемых. Везде, вот, но этого он уже не выносит никак. Хорошо, ну пойдет в Вяземский район, в Бикинский, а там что? Там же беда, там неги это, жить, там постоянный фактор беспокойства. На север идти, ну там сейчас в Ванюйском парке живет группировка тигров, но она ведь подвержена тоже... Вот таким вот воздействием, не от нас зависящим. Значит, а вы, когда узнали о том, что начнутся работы, условно, вы обращались в правительство региона? Нет, ну, безусловно. Безусловно, я же об этом... Ну, я не жаловался. Вот так бывает, что прошу, нет, я просто написал письмо. В свое время мы писали такое же письмо на Фургала, вот, который был здесь. Это, ну, он просмотрел, наверное, ну, во всяком случае, с Министерства природных ресурсов но это отреагировали как-то другим способом. Они начали, в общем-то, помогать золотопромышленникам. В каком плане помогать? Даже ну, защищать их в средствах массовой информации. Затем в прямом таком, даже это, выступать в Думе и говорить, что это все нормально, это будут поступать налоги, появятся рабочие места. Ну, в этом есть правда? Да, ну это нет, ну, безусловно. Но меня-то немножко смущало то, что, ну, хоть немножечко бы поговорили бы от Министерства природных, что все-таки там тигры, мы, конечно, понимаем, да, мы стараемся каким-то образом найти компромисс и так далее, да. Ну, понятно, что, мол, вот сейчас проведем разведку в течение 2 лет, представляете?
И потом мы все-таки будем обсуждать это, потом мы будем проводить экспертную оценку. Я не верю. Почему? Потому что постоянно идет какой-то вот такой, ну, нет такой вот такой твердой порядочности. Потому что, вот смотрите, сломали дорогу, полностью вывели из строя. И хоть бы что. Ну хоть какие-то... Хоть это дорогу или, куда? Ну, для заезда в тайгу, лесную дорогу полностью. Нет, ну, может быть, будем делать, а может быть и нет. Самое главное, что... А кто должен это контролировать? Ну, контролировать должен Министерство природных ресурсов. Ну, конечно, должна контролировать и прокуратура. Природоохранную? Природоохранную, конечно. Ну, контроль такой. А они там появляются вообще? Ну, они были, конечно. Ну, появляются, но чтобы такого жесткого контроля нет. Все надеются вот на те обещания, что, мол, вот они закончат геологоразведку, и после этого уже будем разбираться, можно ли, надо ли готовить золото или нет. Конечно, это беспокоит. Я еще раз очень всегда отношусь ко всем формам природопользования нормально. Они нужны для человека. Леса... Значит, заготовки нужны, если умно, разумно. Если золото, то тоже. Но они должны быть как-то гормонально... гармонично сложно. Гармонично сочетаться. Они должны не приносить ущерб другим отраслям природопользования вот в этом уголку. Мне так кажется. Иначе зачем же мы тут живем? Или они твердо говорят иногда. Да, мы вынуждены... ну что поделаешь, конечно, надо терять. Мы... что-то. Надо с этим мириться. Ну, как терять дурьминку, да, вот чистоту воды. А она будет прежде всего, даже важнее, она будет прежде всего загрязнена. Там идет масса ливневых дождей, горы притягивают. И вот это... А это вторая... проблемы с питьевой водой уже тогда начнутся, ну, у жителей, питьевой, да? Ну, чистота воды, которая и биоразнообразие водных ресурсов, они же... Экологическая катастрофа, по сути, может абсолютно она случиться. Абсолютно, она в любой момент может произойти, потому что там же еще выщелачивание идет из руд. Это же химические реагенты, они очень это, опасные и вредные. Я еще раз говорю, это может быть где-то зимой готовить или еще как-то. Ну, ничего не получается. Может быть, на какое-то время отступиться. Тем более, ну, нет перспективы. 5 лет мы там, как говорится, будем добывать золото, да, дороги сделаем. А дальше что? Ну, все, этот комплекс природный будет нарушен. Как дальше на нем жить, что с ним делать? Они говорят, будут там водоемы, за рыбики будете. Ну, это уже такие усмешки к нам идут. А на самом деле, вот тот природный комплекс, который сохранился в естестве до настоящего времени, он по-прежнему ценен, его не возвратить. Нам потом ничего не останется уже охранять. Заповедники, на которые кивают, а вон там у вас заповедник, там и охраняйте. Ну, нет того, то, что удалось создать на Дурмине... А может быть, просто действительно придать Дурмину статус какой-то особой зоны природоохраны? Да, тоже об этом мне многие предлагают. Ну, зачем, прежде всего? Затем, чтобы там нельзя было вести какие-то мероприятия. Тогда вот какая ситуация. 80% поголовья тигров на территории нашей страны обитает в зоне хозяйственного освоения территории. То есть, где лесозаготовки, охотничий промысел, 80% поголовья тигров обитает. Вот поэтому и лесоохотничье хозяйство, которое существует там и которым я это возглавляю, оно и призвано для того, чтобы найти вот эти вот моменты, компромиссы, как же все-таки сохранить тигра вот на этих угодьях и в то же время дать ему перспективу, не развалить само хозяйство. И мы, в принципе, мы нашли этот консенсус, мы соблюли это все. То есть для этого не нужно придавать природоохранные особые статусы, но ну вы же понимаете, что когда происходит бизнес, мы вот пока реклама была, мы с вами обсуждали, что лесной кодекс, да, вот вступил в силу, да, были благие намерения, при этом по факту сейчас идут рубки и так далее, люди зарабатывают деньги, их тоже можно бизнес там в каком смысле понять, про ответственность социальную, экологическую, пока мы еще культурно не очень доросли. Да, зарабатываем деньги, да, платим рабочим налоги и так далее и тому подобное. О том, чтобы сохранить экологию, тоже думаем, но где-то вторым планом. И вот в этой надежде, что люди, мне так кажется, я вот сейчас это слышу, что люди, предприниматели, вы надеетесь, что они будут соблюдать какие-то правила этичные, что они будут не лезть, вот эти границы не нарушать. Но это же, смотри, это же как бы просто в умах. Лучше, когда это закреплено на бумаге, а еще лучше в законе. Вот то, что вы говорите, ту инициативу, которую вы реализуете, где можно вот как бы сочетать все это надо как-то придать этому юридический статус. Тем более Амурский тигр, тем более, я не очень люблю козырять фамилиями, но Путин.
Да. Он же занимает главный у нас по амурским тиграм. Ну, он как? Инициатива его была по созданию фонда. Да, безусловно, сейчас ему не до этой инициативы. Хотя я думаю, что он присматривается вот к тем своим планам и задачам, которые он, в принципе, поставил перед природоохранными прокуратурами. Значит, это понятно, что именно вот сейчас такой период жизни-то у нас, это мы строим капитализм. Поэтому материальное вот это вот, оно идет впереди морального и так далее. Да? Вот, казалось бы, лесной кодекс, принятый в 2006 году. Но он, наверное, планировал создать хозяина, то есть закрепление угодья долгосрочно, до 30 лет. Да, думали, что там будет хозяйский подход, но ведь его не получилось. Те люди, которые начали частные предприятия эксплуатировать, вырубать эти леса, они уже перестали думать о их восстановлении. Они просто рубят, причем нарушая все технологии. Не высаживая потом деревья. Ничего не высаживая. Ну, хотя нет никаких, потому что долгосрочная аренда. Говорит, а мы потом, где-то потом. А когда потом? Когда леса-то уже вырублены до такой степени, что тиграм-то действительно становится уже это плохо, если о них говорить. Но эта беда ведь, она это идет и дальше. Мы, смотрите, не можем пчеловодство развивать уже там. Это огромные помехи. Потом охотничьи хозяйства как таковые, оно рентабельно в других странах. Мы не можем его проводить. Почему? Потому что впереди стоит другое предприятие, на котором арендованы эти лесные угодья, дороги и прочее, прочее. То есть они сами там как, что хотят, то и творят. То есть методически уже нарушен этот план, это рубок. То есть они не делают то, что надо было бы делать. Вот главное сейчас это каким-то образом заработать. Материально надо было бы. А условно, пример вот этой Норвегии, вообще скандинавских стран, которые тоже, да, там, славятся каким-то лесодобычей, лесозаготовкой, условно, заходят, вырубают там деляну, поляну, какую-то и площадь, тут же, потом переходят на другую, высаживают. У нас законодательно это закреплено? Нет, это оно где-то прописано, но не это оно не обязательно. Просто я хочу понять, в чем проблема. В том, что у нас законодательно, да, не закреплено, либо просто мы не исполняем, мы как вот, там, предприниматель, бизнес. Нет той строгости, которая должна проблема быть. В контроле. Потому что вот эти вот лесхозы, которые должны были это контролировать, они тоже смирились с этим. Смирились до такой степени, что они держатся, они живут в страхе, они держатся за свои места, лишь бы только прожить в этих лесхозах. Но они не могут контролировать как следует, потому что лесозаготовители сами себе, как говорится, нарезают эти лесосеки, сами их сдают, ну, в лучшем случае, но а те только отчитываются. Я не очень верю, что в лесхозах нет людей, которые они были бы есть, против. Но в основном происходит так, и потому что вверх все-таки берет бизнес. Как это выглядит? Ну, людей, это, что у которых есть подкупают деньги. Людей, запугивают, не обращают разные факторы. Главное материальный интерес, вот это вот, он самый главный. А там как угодно запугивают. Это отдельная передача, и она в принципе понятна. Это беда, это не только у нас здесь на Дальнем Востоке, это же и в Сибири, в Западной, Восточной, она везде. Самое это страшное то, что вот эта отрасль лесного лесозаготовительная, она не дает, как говорится, прибылей это государство. Все уходит в себестоимость, и у нас нет никаких... Ладно, про экономику... Это все, отдельная сторона. Да, отдельно. Давайте, все, хорошо. В общем, поняли, что очень хорошо было бы контролировать все, что происходит в лесу и так далее и подобное. Итак, Дурмин, пока непонятно, пока идет разработка, да, экологическая пока. Катастрофа, да, возможно. Да. Вот давайте теперь... при этом, кстати, вот представитель компании Pacific Mining, насколько я понимаю, брали комментарии наши журналисты у них, там тоже они под вопросом. Говорят, что мы понимаем опасность, амурский тигр. Вроде бы есть какое-то понимание, что может исчезнуть, но четкого ничего пока нет. Я тоже с ними общаюсь. В общем-то, адекватные люди, в принципе. Ну, и как говорил мне там лесопромышленник, который там, он говорит, Александр, у нас у всех разные задачи. Ну и правда, посмотрите, земля не наша, лес не наш, охотничьи хозяйства мы обязаны использовать рационально, да? Охрана и рациональное использование. Это уже третьестепенное. Мы это делаем на чужой земле, ну, так условно говоря, в чужом лесу, и еще выполнять эту работу. Представляете? Поэтому у нас сама система порочная. То есть у нас нет хозяина-то на одной территории, которую можно было бы охранять как следует и рационально использовать. Вот и все. Вот это вот одна из главных причин. И что здесь могло масса это законов, исправить? Подзаконов. Надо менять все это дело. И еще, вот что такое лесной кодекс, да? Я бы сделал так, ну, 10 лет, ну, максимум, 5 лет.
Заготовил, посадил, отчитался, бери другой. Вот, ну, не отчитался, так. Не взял. Не отчитался, не взял, нарушил, значит, как-то по-другому надо. Они же безраздельно, и они знают, что впереди еще 20 лет. Доживу ли я этих за 20 лет в этой, в общем-то, довольно серьезной работе, экстремальной, по сути дела. Но, тем не менее, идут, работать ведь надо. В поселках что творится, там же нет перспективы, нет будущего. Вот о чем самое страшное, потому что, ну, вырубим лес, а дальше как что? Безнадега полная. И люди, которые рубят так лес и видят, что это бесхозяйственно, они черствеют в душе. Они совсем другие, безнадега. Это же убирает родину. Это отдельно, опять-таки, разговор, о котором можно будет поговорить. Да, вот чтобы люди не черствели, у нас не совсем много времени остается, но я не могу. Дурмин, давайте закроем пока Дурмину. Тему. Значит, вот что. Я наоборот, я предлагаю просто не то, чтобы закрыть эту даже тему, просто поговорить о тиграх, которые. Да, чтобы тигры, мы значит, размякли вот душой. Да. Ну, тигры живут, пока живут. И ни на одну особь, пока, даже наоборот, появилось 3 тигра, которые, ну, резиденты, ходят, просматривают новые территории, они засняты у нас. Ну, вот в таком состоянии это находится, вот сейчас там группировка тигров, она насчитывает, если взять по большому это кругу, да, а это площадь индивидуального участка у самца около 150-200 квадратных километров, у самки там в 3 раза меньше. То есть они охватывают эту территорию, и она входит в интересы, вот это, как говорится, золото, рудное месторождение, она входит в территорию вот этих тигров. Но понятно, что они будут приспосабливаться, понятно, что они находятся в такой тоже экстремальной ситуации, как и мы. И в то же время, мне кажется, вот проводить сейчас геологические исследования, и ведь они проводятся с надеждой продолжить эту работу, да? Может быть, надо было бы пораньше бы все-таки это дело обсудить, провести экспертную оценку, да? И, может быть, не заниматься тратой денег, если она приведет нам таким непредвиденным ситуациям. Может быть, другими... Мы наметили пути, мы же вот экологический туризм. Мы же... Кстати, да, приезжают люди... Да. Во многом вот сейчас на столах у вас такой раздаточный, такие презентационные буклеты своего рода, которые... Да, ну это дело-то, это как следствие. 20, из 26 стран приезжали люди, ничего не путаю. Да, да, ну вот что самое-то интересное. Когда мы это начали проводить работы, они приехали, в принципе, в ухоженное хозяйство, и когда увидели, что это тигры есть в этом месте, сибирские те тигры, да, конечно, они все были... удивлены. И потихонечку это же авторитет нашего места, он разросся. В 16 году из 50 мест на планете Земля, которых рекомендуют посетить таким вот туристам, искушенным, 34-я строчка была нашему Дурмину. Так это было: Россия, Сибирь, Дурмин. Представляете, это было и для нас неожиданно, но вот такой интерес был проявлен. Казалось бы, развить эти вот это наши это возможности, то, что мы совершили, и то, что мы сделали. Что такое экологический туризм? Это процветание. Это через 5 лет, если мы этим делом займемся, мы не узнаем вот ту среду обитания и тоже ту вполне, жизнь. Тоже вполне себе бизнес. Но он бизнес, имеющий перспективу и в прямом смысле экологический. Он хороший, он не нарушает среду обитания. Люди становятся, это меняются другими. Они видят перспективу. Понимаете, в чем дело? Это идет из закрепления чего угодно. Если мы благоустроим нашу территорию, в том числе и Дурмин, где собираемся готовить золото, именно вот для экологического туризма, не только международного, но и внутреннего, о котором сейчас сетуют все, да, то это будет самый великолепный выход в современных условиях. Ну, как его сделать? Я все мечтаю, ну, собраться все вместе, обсудить. Мы же русские люди. Мы же должны как-то понимать друг друга. Мы должны, ну, хоть чуть-чуть вперед, должны же думать об этом. На 5-10 лет. Ну, не, ну, а здесь она гарантированно, мы это уйдем. Ну, понятно, что вы уйдете, но что после себя оставите? Вот какая беда. Причем мало интересует местных жителей. Они пытаются их каким-то образом заинтересовать, сказать, что мы тоже полезны, чем-то поможем вас. Но они лишатся родины, чистоты природы. Вот что самое страшное. А тут еще водотоки принесут эту грязь к Хабаровску. А по сути дела сейчас хабаровчане мало кто отдыхает по берегам Амура. Все равно чувствуется вот это загрязнение реки. А эти воды-то идут с Сихота Оленя, они чистые. Из нее можно набрать и чай сварить. Это вот река рядом, совсем сита, и там ведь недаром отдыхают сотни людей, и это место пользуется популярностью и легкодоступностью. Вот об этом надо говорить и думать.
И этим я и занял. Я, в общем-то, остаток жизни я и посвятил этому, чтобы доказать, что уссурийская тайга – это уникальное явление на планете Земля. Нет аналогов. Нет аналогов больше нигде. Вот это многопородное, это леса, которые здесь сохранились. Ведь они вызывают интерес у всех. Многие люди, которые приезжали к нам в Россию, они впервые были в России, но увозили хорошие чувства от нашей страны через нашу природу, через тигров и через нас, когда мы их встречали. Они с величайшим уважением стали относиться к русским. И таких людей много уже прошло. И авторитет наш от этого мероприятия, от экологического туризма, растет. Он растет прям. Они сейчас говорят, давай мы будем помогать, давай, что мы должны сделать, чем тебе помочь? Я говорю, ну не надо, мы попытаемся сами разобраться в нашей стране. Вот такая вот ситуация. Попытаемся сами. Александр Сергеевич, спасибо большое за эту беседу. Раздаточный материал, вот эти книги. У нас же время подходит к концу. Давайте вот это вот. Это второй экземпляр. Ну, эта книга знаменитая, она издана была благодаря издательскому дому. Она удивительная. Здесь она, в Хабаровске была. Она в Хабаровске. И много книг. При этом она есть, вы говорите, у многих глав государств. В 2010 году от имени президента она дарила главам государств на форуме в Петербурге, где сохранились тигры в дикой обстановке. Вот это, представляете? Это книга, рожденная в Хабаровске, на Дурмине. Ну, я все время... Это, японцы попросили другой вариант создать. Вот тигр на гербе Хабаровск. Такой издали. Вот такая она вышла. Все. Ну, это книжки... Вот эта популяризация тигринная такая, она свои плоды приносит? Ну, конечно. Но как иначе? Ведь все хотят что-то увести на память с собой. Это раз. Во-вторых, ведь когда преподаешь в школах, вот что очень важно. Значит, вот в тех поселках таежных, отдаленных, где безнадега, работы нет, пьянство процветает, да, ну безнадега, да, и думают, как быстрее бы закончить школу, да уехать из этого места. А это очень плохо, когда проводишь уроки и говоришь, вы живете в необыкновенном месте, где рождаются такие книги, где живут уникальные звери. И у ребят рождается чувство такое радости. Неужели мы в таком месте? Да еще учиться можно, интернет, все работает. Было бы желание. Вы живете в экологическом чистом месте, не то что горожане. И у них, они хлопают себя, обнимаются, рождается чувство родины. А человек это с родиной, с чувством родины, это не потерянный человек для общества. Вот это очень важно надо осознавать. И для этого существуют вот эти... Я очень благодарен вам за эту беседу. Начали мы с тигров, закончили родиной. Потому что, во всяком случае, для вас это примерно это одно и то же. Это родина. Александр Сергеевич, спасибо большое. Напомню, сегодня в день тигра мы разговаривали с директором Дурминского охотничьего хозяйства Александром Баталовым. Александр Сергеевич, спасибо вам еще раз. Спасибо огромное. Эту беседу можно полностью посмотреть в нашем YouTube-канале. Также подписывайтесь обязательно на наш Instagram khv.tv. Наш сайт khabarovsktv.ru тоже заходите, смотрите нас в прямом эфире. На этом я прощаюсь с вами. Хорошего вечера. Пока и берегите природу и тигров обязательно. И родину тоже.